18-я серия сериала «Нелюбимая дочь». Сколько? Миллион. Доченька моя любимая, я тебя всегда-всегда очень сильно любила. Ты правда у меня самая лучшая. Привет. А что вы делаете? Уйди отсюда, господи. Ты меня так стала бесить. Мам, что с тобой? Уйди к себе в комнату. Ладно. Доченька, дай, пожалуйста, своей маме чуть-чуть денежки. Ну, вы же меня всю жизнь ненавидели с папой. Ну, я тебя любила еще тогда. Правда. Извини, я тебе правда не верю. Я вам дам чуть-чуть денег на покушать. А сама уже съеду, я уже взрослая. И зачем я вам? Вы же все равно меня ненавидели. Ты что, я тебя всегда-всегда любила. Я тебя просто обожаю. Ты моя самая любимая дочка. Продолжение следует.